каждый год на Земле. Сегодня мы станем свидетелями замечательного события. Впервые в истории нашего города будет открыта необычайная аллея с удивительно романтическим названием «Аллея влюбленных», символом которой являются два влюбленных лебедя. И мы надеемся, что эта аллея станет одним из популярных нашего города и положит начало добрым традициям. И мы начинаем торжественную церемонию открытия аллеи влюбленных в городе Трехгорном. Почетное право разрыва ленточку предоставляется главе города Трехгорного Светлане Вениаминовне Олесовской и директору по управлению персоналом приборостроительного завода Ольге Николаевне Филоненко. Для благословения аллеи слово предоставляется протоиерею храма Покрова Пресвятой Богородицы отцу Павлу. Кто дальше будет проходить по этой аллее, также пускай всегда прибудет Божие благословение. И чтобы люди, пришедшие сюда, именно искали добрые чувства, свои добрые чувства искали то, чтобы создать уют своей семьи, создать тепло своего дома, которое давало бы спокойствие душе, давало опору, когда человек спокойно от работы людей возвращался в тепло и душу своей семьи. Сегодня зарегистрировали свой брак. И мы их первыми приглашаем пройти по аллее влюбленных. Нового семьи и при открытии аллеи влюбленных.